Приветствую всех на моем канале, с вами Елена. Сегодня видео о вязании. Я хочу вам показать свои работы, что я связала и что у меня в процессе. На сегодняшний день связано мало, потому что все знаете, что время заготовок, и поэтому времени не хватает для любимого хобби. Начну с юбочки. Юбочку вязала крючком, пряжа Ярнард Виолет. Тот, кто смотрит меня и знает, что я из такой пряжи вязала уже для внучки. Теперь вот хотела связать платье, но для платья мне пряжи не хватает, и получилась юбочка. Юбочка с подкладом. Была бы с подкладом. Вот так. Смотрелась бы очень красиво. Правда? Но заказчица, которой я заказывала подклад, сшила мне подклад на поясе уже, чем юбку. Поэтому ребенок не смогла одеть. Просто не вошла. А я по характеру такая, что не люблю ходить разбираться. Там неправильно сделала, возвращать, там, чтобы переделывали. Я лучше сама по бокам вставки сделаю, либо что-нибудь придумаю. Но пока ребенок носит юбку без подклада. Вот так вот. Дальше. Готова работа платьишко. Платьишко вязала на девочку маленькую. Где-то 2,5 примерно годика. Меня попросили связать. Пряжа такая, тоже Ярнард Витамин. Я показывала ее в своих покупках. 30 граммов, 180 метров, 100% акрил. Такая вот, такое платьишко. Мои процессы. Из готовых работаю, да, девочки. Вот все, пока. Процессы. Это водолазка для мужа. Вяжется регланом сверху с ростком. И пряжа Magic. Тоже в покупках я ее показывала. Цвет. 3404. И 100 граммов, в 50 граммах 152 метра, 100% микрофибра. Такая вот лазочка получается. Дальше. Кто смотрит мои видео, а также фотографии в Instagram, знают, что я вязала топрокель. Но мне вот совсем-совсем чуть-чуть не хватает до завершения этого топа. Нужного цвета мне не получилось купить ни в нашем городе, ни в соседнем. Поэтому вот ждет пряжу мой топик. Должна скоро подойти, может быть, к концу этой недели или на следующей. Конечно, наконец-то я его закончу. Я хотела поносить его, успеть, но не знаю. Поношу, конечно, его, но под курткой, под пальто. Вот такие мои работы, такие мои процессы. Есть немножко покупочек. Что я купила в этот раз? Покупок было совсем чуть-чуть. Это вот такая пряжа. Картопу Принцесс. 100 граммов, 200 метров, 99% акрил, 1% полиэстер. Из такой пряжи я уже вязала для старшей дочери кофту голубого цвета. Это цвет бирюза. Два моточка было в остатках, и я решила их взять. Хочу для младшей теперь дочери в садик связать кофточку. И еще одна покупка, это мериносовая от Пехорки.
цвет зеленка, хотя на камере совсем не зеленка показывает. В 100 граммах 200 метров и 50% шерсть, 50% акрил. Также из такой же пряжи я уже дочери взяла шапку, только цвет другой. И таких мотков я приобрела 7. 7 штук и буду себе вязать кардиган. Вот, вот такие вот покупки. Небольшие. И процессы небольшие. И готовых работ мало. Но занимаюсь заготовками. Надо приготовиться к зиме. Поэтому немножко потерпим, немножко подождем. На этом, девочки, я буду заканчивать свое видео. Всем удачи, всего самого доброго. Спасибо большое за ваши комментарии, за то, что заходите на мой канал. Удачи, всего доброго и пока-пока.